Привет всем! На этой неделе команда Mobile Legends Bang Bang представляет вам нового героя Заск Доминатор. Заск путешествовал по множеству галактик, чтобы найти и завоевать Землю Рассвета. Пассивное у меня Заска. Уничтожение. В момент смерти Заск самоуничтожается вместе с кошмарным порождением, нанося чистый урон. У Заска только одна цель – уничтожение. Заск чрезвычайно уязвим для убийц, имеет пассивную способность для ответного удара или даже взаимного уничтожения. Во время ситуации, когда побег не самый оптимальный вариант, вызывайте порождение и заберите противника с собой. Первым навыком у Заска является кошмарное порождение. С помощью этого умения Заск призывает в указанном месте физическую форму кошмарного порождения. Порождение будет сосредоточено на атаке цели Заска. Оно также унаследует большинство эффектов от оборудования Заска и часть его характеристик. Каждые две базовые атаки порождения будут генерировать луч смерти атакующих врагов. Если луч смерти поразит цель 7 раз подряд, то это вызовет эффект оглушения. Это, безусловно, основной навык Заска. Мы рекомендуем вам держать ваше порождение поближе к себе во время боя. Он не только наносит урон, но и также может обеспечить дополнительный контроль в толпе. Вторым навыком Заска является кошмарное вторжение, при использовании которого Заск атакует темной энергией в указанном направлении, при котором пораженные цели получат магический урон. При призыве порождения оно также выпускает темную энергию одновременно с Заском. Третий навык Доминатора – это коллективный разум. При использовании этого навыка Заск выпускает серию личинок кошмарных порождений в указанном направлении, которые взорвутся при контакте с врагами. Личинки, достигшие максимального радиуса способности, закопаются под землю и станут минами. Это крайне стратегическое умение. Используйте его против того, кто атакует ваше призванное порождение. Не только для обеспечения большого количества урона, но также для защиты призванного вами существа. Нисхождение Властелина – это ультимейт Заска. Заск разрушает кору планеты и призывает полную форму кошмарного порождения, что значительно увеличивает урон и характеристики порождения. Использование этого навыка в критические моменты позволит вашему порождению наносить колоссальный урон, так как ни один герой не может сравниться с силой полной формы кошмарного порождения. Тем не менее, трещина в коре планеты держится только 10 секунд. С точки зрения набора оборудования, мы рекомендуем использовать приведенные 3 комплекта предметов. Для новичков рекомендуем первый набор, так как он гарантирует высокий урон Заска, а также обеспечивает некоторую защиту, так необходимую для неспешного Заска. Для выбора среди эмблем мы рекомендуем всем использовать магический набор. А поскольку порождение может также обеспечить некоторую защиту и скорость атаки, комплект эмблем для джунглей также подойдет и для Заска. Вспышка – одно из заклинаний для боя, которое обеспечит некоторую подвижность довольно медленному Заску. Спринт – тоже хороший выбор в комбинации с кошмарными порождениями, так как это поможет выматывать врага бегом. И это все о Заске. Его можно будет приобрести за 599 алмазов или 32 000 боевых очков. Также в первую неделю действует скидка 30%.